проводятся все украинские соревнования, чемпионат Украины по автомодельному спорту. Приехали у нас город Николаев, город Хмельницкий, город Киев, Запорожье, Днепропетровск. Есть ребята с Донецка. Харьков – это город спорта. Не поддержать такое первое мероприятие мы просто не могли. Бренд Infiniti всегда поддерживал спорт. С 2016 года это технический партнер новой команды Renault Sport в Формуле 1, поэтому мы не могли остаться в стороне. Это соревнования харьковские, они одноэтапные. То есть, что ты здесь занял, то твое все. Поэтому я здесь, как бы, это одновременно для меня и тренировка, и соперничество. То есть, ну, я вижу всех своих знакомых, получаю удовольствие. Сейчас, чтобы достичь успеха, нужно буквально год потренироваться, купить качественную модель. Она идет полностью разобранная, как конструктор. Буквально до болтика вы все собираете сами руками абсолютно. Потренироваться, приехать, выступить на соревнованиях и достичь успеха, грубо говоря. Все дальше зависит от мастерства вождения пилота. Я чемпионка области, ну, черкасской. А по Украине я стараюсь, езжу на соревнования, пробую. У меня этим занимается мой папа, и у меня просто не было выбора. Модель автомобиля в масштабе 1/8 класса Формула 2. У нее полный привод, независимая подвеска на все 4 колеса. Скорость данной модели около 160 км в час. Самый демократичный спорт у нас. Если посмотреть на помост, то часто можно увидеть и внуков, и дедушек. То есть и юный спортсмен 8 лет, и дедушка 80 лет, они могут участвовать в одном заезде.